in tiny liquor bottles, just what you'd expect. Inside her new Balenciaga, viral mess turned dreams into an empire. Self-made success, now she rolls with Rockefellers. Survival of the richest, the city's ours until the fall. Their Monaco and Hampton's bound, but we don't feel like outsiders at all. We are the new Americana. Никитенко, и как вы наверняка уже догадались с названием этого ролика, я побывал на самой могущественной и огромной реке под названием Волга. А в каком городе я был, спросите вы меня. Какой? А я вам скажу. Ярославль. Гуляя по центру города, я встретил максимум 10 человек. Только по набережной гуляли толпы туристов, фотографировавшие набережную и храмы и церкви. Пройдя немного от центра города, я встретил дорогой ресторан по названием Иоанн Васильевич, проверенный самой ревизором. Да, кстати, вот этот самый ресторан, а вот его королевское меню. Как говорят жители этого города, войдя в этот ресторан, ты буквально попадаешь в то место, где были съемки знаменитого кино. Та самая машина времени, те самые столы из фильма. В общем, как будто ты попадаешь в реальность. Вечером после прогулки нам предложили покататься на ватрушке. Я очень вам сочувствую, что вы опять этого ничего не видите, потому что когда я давал камеру тому человеку, который меня снимал, у него очень сильно руки тряслись. Так что еще раз меня вы извините. Как никогда, но выходные на Волге подходят к концу. Благодаря этой поездке я познакомился с новыми и очень крутыми друзьями. Спасибо вам за теплые гостеприимства. Мне было очень с вами приятно в общении. И купаться на такой могущественной и огроменной Волге. Я буду счастлив до небес, ведь если ты поставишь лайк, подпишешься и не забудь ты про коммент. Надеюсь, вы все поняли. До новых встреч!